Всем привет! Сегодня бы хотел показать, как работает сигнатурный режим, смарт-режим и другие режимы на диапазоне К. По умолчанию сигнатурный режим, конечно же, обрезает, убирает все ненужные нам сигналы и показывает, есть ли там камера. В данный момент сейчас включен сигнатурный режим на камере, на комбо-видеорегистраторе Play Me Mark. И мы проезжаем рядом с автоматическими дверями и камерами одной из заправок, на которые обычно всегда реагируют другие видеорегистраторы. Сейчас я развернусь и покажу то же самое, только уже на другом режиме работы.